Уважаемые друзья, здравствуйте! С вами Евгений Филимонов, и вы находитесь на канале питомника «Хвойный дворик». Сезон осень 2023 года закрыт. Мы уже заказы не принимаем, уже как более 2 недель, наверное. И сегодня я расскажу, что у нас осталось на весну 2024 года. Ну, заказы сейчас идут предварительные, можно уже заказывать на весну. Ассортимент, да, намного меньше, чем осенью, но мы то, что выращиваем, то и продаем. Это одно. Второе. К весне, если сейчас на сайте 5 позиций, к весне, скорее всего, их будет 2 или 1, или вообще закроется интернет-магазин. Так что заказы постарайтесь обдуманно сделать заранее. Ну и оплатить их, чтобы они были под броню уже, чтобы у вас не было хлопот. Ну а сейчас пойдемте посмотрим, что, какие позиции у нас остались на отправку на весну 2024 года. Сосна крымская. Весной отправили довольно много. Ой, осенью, извиняюсь. Около 5000. На данный момент ее тоже осталось. Ну, там чуть больше 5000. Она уже довольно нормальная. Хорошая почка у ней. Вот такая сосна, двухлетка. А снимем мы вот там, вот посмотрим. Ну, на сайте написано около 10 сантиметров. Ну, здесь вот есть 10 сантиметров. Вот это вот плохая у нас. Ну, такая вот сосна, вот с такой почкой. Вот с почкой, которая пойдет на следующий год очень хорошо. Это сосна крымская. Но это, я вам честно скажу, это маленькие экземпляры, я вам показываю. Там есть и побольше. Вот здесь, к примеру, Кристин, покажи. Потолще. Ну, за зиму она практически не растет, но чуть-чуть все-таки есть. Стволик утолщается к весне. Ну, 10 сантиметров по сайту, как и есть. Где-то здесь, конечно, побольше. Туя восточная книжка. Ну, тоже до 15 сантиметров, даже выше. Однолетка тоже идет на нашем сайте. Вот еще одна позиция, которая весной ее сажать можно и нужно. К осенью ее надо пораньше сажать, то есть это где-то примерно август. Я имею в виду Сибири, я сейчас Сибири объясняю. Морозы она выдерживает однозначно. Это, ну, при мне минус 35 выдерживала, а там дальше, я думаю, тоже бы выдержала. Когда она прижитая, если, конечно, возвратные заморозки у кого-то там, конечно, желательно ее садить примерно, ну, в июне. Если вы в апреле ее получите, то желательно в прикоп притянить, поливать, а потом рассадить, когда уже земля будет довольно-таки теплая и хорошая. Цвет она поменяет однозначно у вас, даже весной, как после посадки. Но опять же, как у вас будет притянение? Все это надо притенять и поливать. Но туя восточная в основном берут южные регионы, средняя полоса. Книжка красивая она, конечно, но чуть-чуть люди не справляются с ней. И я как бы справляюсь нормально все. Даже в мороз бы я ее выходил бы и посадил бы. Вы поймите, что мороз как бы для сеянца он не помеха. И морозостойкость она измеряется не тем, что написано в книжке. Она измеряется, если растение прижилось, а за лето она у вас приживется,
то мороз она будет выдерживать хороший. То есть ваша задача, главное, чтобы в ней заработала корневая за лето, и она, естественно, подросла очень хорошо. Так, дальше у нас идет, так, это вторая позиция, третья позиция. Можжевельник виргинский. Можжевельник виргинский, но он до 15 сантиметров. Опять же там, по-моему, насколько я помню, он у нас написан 10 сантиметров. Ну, это не столь важно. Минимальная партия однолетка, минимальная партия опять 100 штук. Но это на данный момент. Ну, этот выдерживает до минус 45. Ну, можжевельник виргинский, он довольно-таки неприхотливый, но он идет больше на такие, на изгороди, на формы делать из него шары там, например. А так он растет не очень красиво. Если, не, ну, в принципе, если дерево его оставить, то оно иногда вымахивает очень таким, смотришь на него и красиво. Пихта кавказская нормана. Там опять у нас 10 сантиметров, насколько, или 15, там 10-15 сантиметров. Ну, оно такие есть. 10, ну, а этот вообще 20 сантиметров. Почка хорошая, вы можете видеть, какая почка. 5 почек тут. На следующий год мы ее будем рассаживать, которая не продастся. Ну, здесь в районе 1000-1500. Ну, вообще-то около 2000. Так что заказывайте. Весной мы вам ее отправим. Не факт, что она останется. Может и останется. Сейчас об этом говорить довольно, как бы, некорректно. На сайте, которая, скорее всего, уже до Нового года даже слетит с нашего интернет-магазина, скорее всего, распродадим ее. Это ель голубая мелкая. Цена там на сайте. Но в основном отправляются вот такие вот саженцы. Она хоть и мелкая, имеет по 4 почки, вот видите. Перебираются. Совсем мелкую мы уж не отправляем. По размеру она до 8 сантиметров. Ну, где-то вот такая, вот здесь вот. Вот такие вот отправляются. Ну, здесь ее довольно много. Тут просто всю крупную забрали. Всю крупную забрали, и она как бы под бронью. То есть будет выкапываться крупная, одновременно выкапывается мелкая и одновременно отсылается. А кажется, что мелкая. На самом деле они хорошие саженцы. Хотя у нас на крупную идет 5-10 сантиметров, а на мелкую 3-5. Сами понимаете. Разница есть. Вы же когда заказываете, конечно же, смотрите карточку товара, и там написано все ее размеры. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов. И вы были на канале питомника «Хвойный дворик».